Условия, когда ухудшение экономической ситуации в странах связано со спадом мировой экономики, в целом создают стимул для улучшения конкурентоспособности отечественных предприятий. Так считает известный американский финансист, профессор университета Дьюка Дэвил Робинсон. Мировой опыт в этих условиях разный и зависит от причин ослабления национальной валюты. Ваша страна практически не зависит от внешнего долга, а валюта ослабла просто из-за низких мировых цен на энергоносители. Разумеется, тенге найдет новый баланс в новых условиях низких цен на нефть. Это окажет стимулирующий эффект на экономику, и она начнет расти. Это болезненный, но достаточно кратковременный процесс. Тенге ищет новый баланс, но как только он будет достигнут, эффект почувствует каждый, потому что к этому времени казахстанская экономика станет более конкурентоспособной на мировом рынке.